как-то нужно коротко сказать о таких глобальных материях. Пожалуй, одну вещь скажу, продолжу ту речь, которую говорила Наталья Борисовна Починок, корпоративное волонтерство. Пожалуй, это один из тех действительно глобальных резервов для в целом развития волонтерства в стране, потому что сегодня о самом термине корпоративное волонтерство, вот по данным ВЦИОМ, 73% населения вообще не слышало, что оно существует. С помощью компаний волонтерской деятельности вовлечены лишь 15% людей. Большая часть, конечно же, занимается этим лично, в одиночку. И, знаете, вот корпоративное волонтерство только-только набирает силу. У нас в целом и бизнес-то в стране достаточно молодой, да, 30 лет. Но принято считать, что это удел крупных компаний, и лучшие практики, конечно, исходят оттуда. Но, на мой взгляд, еще очень важно нам в общественной палате помогать средним, особенно малым компаниям участвовать в программах корпоративного волонтерства. Наш предыдущий форум был в Уфе, и в нулевой день мы посещали разные объекты. Я посетил частный детский сад, там коллектив из 3 человек. Даже они умудряются участвовать в программах корпоративного волонтерства, когда воспитатель... Директор дает там время, и она помогает городу организовывать благотворительный концерт. Меня это поразило, и мне кажется, что вот это вот те самые зачатки, которые сегодня начинают восходить. Почему это важно для сотрудников? Мое личное наблюдение, стандарт корпоративного волонтерства. Ни в коем случае не заставлять никакого принуждения, такой добровольный декларативный характер. Если мы как компания заинтересованы в привлечении талантливых людей, мы декларируем, что мы соответствуем, готовы соответствовать требованиям такого стандарта, минимальный набор требований, и это бы дало кумулятивный эффект. Мы сегодня это обсудим на секции. Последнее. Волонтерство – это такая практика помогающего поведения, об этом много говорилось, цитаты приводились. И мне кажется, это очень близко, возможно, синоним слова «служение». Мы же с вами вот неделю назад, насколько я помню, проголосовали, что это одна из магистральных тем, которую общественная палата развивает. Поэтому это настолько большое явление, которое связывает все поколения, и царскую Россию, и Советский Союз, и нынешнюю Россию. Конечно, сложно это уложить в рамки закона, это массовое, это состояние души, и, видимо, оно гораздо-гораздо шире одного закона. Много очень вещей, которые мы сегодня будем обсуждать на секции по корпоративному волонтерству. У нас сегодня Вадим Ковалев, секретарь Совета по корпоративному волонтерству. Многие уважаемые коллеги, Сергей Габестро прилетел, очень известный меценат и руководитель крупнейшей краудфандинговой платформы, помогающей народному финансированию социальных проектов. Еще много уважаемых коллег, я надеюсь, что мы эту тему сегодня разовьем, как общественная палата внесем свой вклад в развитие корпоративного волонтерства. Спасибо.